С момента открытия многофункционального центра по оказанию государственных услуг прошло 1,5 года. За это время 1000 конаковцев смогли по достоинству оценить его возможности. О самых востребованных услугах и об итогах работы МФЦ за первое полугодие 2017 года расскажем далее. С появлением Конаковского филиала многофункционального центра «Мои документы» получить государственные услуги по различным направлениям стало гораздо проще и быстрее. Приветливые сотрудницы всегда готовы помочь обратившимся гражданам в оформлении любых документов. Благодаря отсутствию очередей и комфортной обстановке для обслуживания посетителей, центр быстро завоевал популярность среди наших горожан. 1,5 года, как мы находимся в нашем городе, да, и за это время уже к нам за услугами обратилось более 43 тысяч человек. За услугами где-то обратилось 19 тысяч. Остальные там консультации, выдача пакетов. А если говорить про 2017 год, то уже за полгода к нам обратилось свыше 7 тысяч человек за услугами. Свыше 70% всех обращений связаны с услугами, предоставляемыми Росреестром. Популярностью у жителей Конаково пользуются услуги УФМС, такие как замена паспортов в 20-45 лет и регистрационный учет граждан по месту пребывания и проживания. Много обращений связаны с получением справок об отсутствии судимости, которые необходимы при приеме на работу. Менее востребованы услуги налоговой инспекции, пенсионного фонда и социальной защиты населения. Помимо повышения качества обслуживания, многофункциональный центр расширяет количество предоставляемых услуг. Сегодня на повестке дня решается вопрос о возможности подачи документов на замену водительского удостоверения.